Porsche как никто умеет манипулировать вашими чувствами. Говорят, в автомобильной индустрии все решают маркетологи, а не инженеры, но редко такие претензии предъявляют Porsche. Может показаться, что в их конторе в Штутгарте вообще не осталось никого, кроме гениев-конструкторов, перфекционистов-дизайнеров и охранника на проходной. Но это иллюзия. Хорош тот маркетолог, работы которого не видно. И пока вы писаетесь от восторга, глядя на этот Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition, я чую их дух. Меня не провести. Пока мы не сложили крышу и не оказались в органе большого зала Чайковского Московской консерватории, а мне на голову не падают мертвые голуби, давайте посмотрим, что тут да как. Интерьер не удивит того, кто хоть раз был в 992, тех, кто не был, в общем-то, тоже не удивит. Среди ценителей модели есть мнение, что при разработке салона упомянутый охранник подменял не только дизайнеров, но и отвечал за контроль качества. Я не буду столь категоричен, простенький пластик в отделке руля и архитектура в целом меня не отталкивают. Хотя мне больше нравится аналоговая приборка прежнего поколения и селектор трансмиссии, к которому хочется обращаться на «вы», а не «у-тю-тю-тю-тю-тю-тю». По технической части это полноприводная Carrera 4S. У меня за спиной трехлитровый оппозитник с двумя турбинами мощностью 450 лошадиных сил и потрясающий робот ПДК. И они разгоняют машину до сотни быстрее, чем я произнесу ее полное название. Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Намного быстрее. Сложно сказать, какой Porsche самый крутой, но признаем, у Targa нет конкурентов с точки зрения шоу, если не считать старое видео «ОМОН ошибся Каеном». Мехатронный танец действительно завораживает и даже немного пугает сложностью конструкции. Я бы на месте владельцев не скупился на продленную гарантию. Фантасмагорическая хреновина из стеклянного колпака и секции крыши складывается за 19 секунд на скорости вплоть до 0 км в час. Оно понятно, если это еще и поедет, то бабушки начнут креститься. Кстати, машина набрала несколько лишних килограммов по сравнению с купе. Если точнее, то 110. В мире спорткаров это сущие пустяки. И при том, что версия с обычным мягким верхом легче на 40 килограммов, возникает логичный вопрос. Кому вообще эта Targa нужна? Позже я попробую ответить на этот вопрос со своей точки зрения. Но сначала вспомним, откуда Targa взялась. С самого начала это история про то, как маркетолог на маркетологе сидит и маркетологом погоняет. В 60-е в Америке всерьез заговорили о безопасности открытых машин, и родстеры с кабриками могли вообще запретить. Чтобы любители свежего воздуха не грустили и несли денежки, конструкторы Porsche установили балку защиты при переворачивании, как в гоночных машинах. Потом юридические вопросы порешали, но что было делать с Targa, тем более народ оценил. Пусть будет, решили в Porsche. Оказалось, что и с опущенной крышей все не так плохо. Одна из проблем такого типа кузова – резонанс Гельмгольца. Если у вас под рукой нет Targa, но есть наполовину пустая бутылочка газировки, подуйте в горлышко сбоку. Вы услышите гул, не пугайтесь, это не Альцгеймер, это Гельмгольц. Но если бутылочки у вас тоже нету, не переживайте, я подготовился. Для борьбы с резонансом здесь есть специальная планка, благодаря которой открытая часть оказывается в аэродинамическом затенении, и ветерок весьма умеренно гуляет по салону. Правда, только на скоростях до 100 км в час. Дальше уже менее умеренно. «110 килограммов лишней массы добавили ко времени разгона до сотни почти полсекунды, хотя 3,8 — это по-прежнему очень быстро. Кроме того, отсутствие крыши редко идет на пользу жесткости кузова, а для спорткара это не очень хорошо». Я скажу так.
Удовлетворение от рулежки Тарги обратно пропорционально опыту езды на 911-х в целом. Полагаю, Таргу не стоит рассматривать тем, у кого есть серьезные спортивные амбиции. Хотя на трек-день сгонять не грех, как минимум в качестве светского события. Смеяться соседи по паддоку точно не будут. А вот если 911-й нужен в качестве бульварного стиляги или летнего полуповседнева, Тарга — отличный выбор. Даже при бодром движении и перестроениях по дорогам общего пользования, в рамках здравого смысла, конечно, я не заметил проблем с жесткостью кузова. Но это не значит, что их нет вообще. Чего не надо делать никогда, это переводить шасси в спортивный режим. Вот вообще никогда. В нем даже на ровной дороге подвеска передает на кузов слишком много импульсов, и он уже не вывозит. Так что если не смотреть на Таргу как на трек-тул, то по духу это вполне себе настоящий 911. Ну и вообще глупо спорить, проигрыш в высоких спортивных материях с лихвой компенсируется харизмой. Но постойте, есть же кабрио, который еще и легче. Итак, зачем нужна Тарга, если есть кабрик? Ну, едва ли имеет смысл говорить о большей практичности этой машины. Это в духе размышлений, что полезнее, кальян или сигареты. Для меня ее преимущество в том, что она банально красивее. Даже со сложенной крышей она сохраняет классический силуэт. А когда платишь за 911, то половину отдаешь как раз за него. Что касается Targa Heritage, то это классный шоу-кар. И в статике он, возможно, даже более кайфовый, чем в движении. Не сказать, что история появления Тарги окутана какими-то красивыми легендами, но когда что-то хорошо заходит людям много десятилетий подряд, это так или иначе становится наследием. Почему бы не обыграть это красиво? В Porsche обыграли красиво, и получился этот автомобиль в исполнении Heritage Design Edition. Каждая деталь тут бьет прямо в сердечко фанату Porsche, как каждая строчка песни «Знаешь ли ты» тем, кому сейчас слегка за 30. Самая яркая деталь — это спортивная ливрея в духе старых гоночных Porsche из 50-х на фирменном цвете вишневый металлик. Не знаю, разочарую я вас или нет, но ливрея — это наклейка. Краска была бы посолиднее, но зато если надоест, просто подковырни. Диски в стиле фуксов из 60-х просто великолепны. А еще тут много маленьких скромных деталей. Скромных, если не считать, что они сделаны под золото. Шильдики на стойках, бейджи на корме, очаровательный кругляш Porsche Heritage, похожие раньше вешали на Porsche 356. Внутри двухцветная отделка салона, потрясающая обивка вельветом, циферблаты приборов и секундомера в винтажном стиле и с зеленой подсветкой. Что сказать, отличная реклама для пакета Heritage Design и весьма эффективная. Вот мой друг Анатолий не смог удержаться и заказал себе Carrera с теми самыми колесами. Трепетное отношение Porsche к истории — это то, что крепко привязывает нас к этому бренду эмоционально, а тачки вроде этой Targa завязывают узелок так, что уже не распутаешь. И если вы думаете, что это не происки хитрых маркетологов, поздравляю, вы попались. Но как ни крути, у Porsche самые сентиментальные маркетологи.